Итак, третья серия у нас игры The Quarry. Напоминаю всем, ребят, кто, кстати, не подписан на наш телеграм-канал Heart Insight. Два английских слова, ссылка внизу в описании. Есть полностью все оповещения о наших стримах. О начале, о конце, обо всем остальном. Рекламу я там не делаю. Так что максимально удобно. Всегда будете знать в теме, в курсе событий. Поехали. Так, ну что ж. Предлагаю выдвигаться. Ну, чем займешься, когда приедешь домой? Учеба или... Фиг знает. Понятно. Подруга? Друг. Ну, да нет. Парень? Свободен. Круто, да. Я тоже. А телефоны уже... Да, наверное. Мне показалось. Не посмотришь? Давай подождем еще пару минут. На всякий. Мне показалось. Слышь, смешной. Другалек. Класс. Приятного. Хорошо, давайте дойдем все-таки посмотрим, что ж там такое на этих камерах. Давайте послушаем. Что же там на камерах? Может быть, я действительно что-то упустил? Может быть, подождать? Вот на этом дереве... Это что? Послышалось. В смысле послышалось, чувак? Там так-то тело было. Серьезно, послышалось. Сквозняк, ёпта. Если ты осенью пойдешь в колледж, как насчет основного предмета? Он меня вообще настораживает. Сейчас не до этого. То есть не решил, чем займешься в жизни? Телефоны зарядились? Класс. Приятного. Все, погнали. А, готово. А, круто, идем. Слушайте, с этим артоводом надо аккуратнее быть. Конкретно аккуратнее. Опасно, опасно, ребят. Как говорится, надо это законопатить свое это дупло. Пересмотреть еще раз можно, ребят, на канале Hard Games будет. Каждый день буду выпускать по серии, как нам всегда. Нам бы сюда бензопилу мистера Хэ. Подписывайтесь на каналчик. А здесь очень красиво, когда дети не бегают. Админы, ребят, да, киньте ссылочку на канал. Да. На рисовании они тебя слушались. Ты видел мои уроки? Я мимо шел. Но арт-коттедж стоит вообще на отшибе. Да, но там можно срезать. Демонический король спасения. 2,5 рубля. Куда скажешь? Ахайо. Так, начинаем анализировать. Скалы, соответственно, более рисково.
Потому что, ну, типа, упасть можно, все дела, пятое, десятое. Но вспоминаем и обучение, которое мы с вами смотрели. И там было сказано, помните, про камнепад? Что, типа, то есть это может быть обманочка, понял? Многоходовка от игры. Здесь такое, знаете, тенистая вот эта вот прогалина, она особо, ребята, атмосферу мне вообще никак, вот не внушает она мне доверия, если быть, ребятки, откровенным. Блин, ну может быть я сам себе напридумывал. Блин, ну скала это вообще реально опасно. Хорошо. Давай сюда. Нет, скала это, ребята, ну по факту это реально опасно. Пипец опасно. О, боже мой, ты цел? Жить буду. Лесника, стоящий в лесу, не заперт. Внутри сменная одежда, бутылки с водой и немного припасов. Возможно, это принадлежит леснику. В этом лесу вообще есть лесник? Ящик лесника. А. Похоже на склад припасов для лесников и всех, кто ходит по лесу. Голых лесников? Похоже на то. Одежда этого! Не понял. Так это одежда этого... Хей, ха, ху. Прикол. Вот это реально прикол. То есть он переоделся. Похоже, мы вернулись к тропе. О, я знаю, где мы. Да? Сюда. Подержи-ка. Ага. На солнце-то, ребят, заходит. Слушайте, но мы далеко не ушли, если что. Да-да-да, обычно во всех фильмах после такой музыки идет какой-то полный трешак. Блин, Эбби, у тебя талант. Нет, это фигня. Серьезно, это не фигня. Это набросок, но если я сейчас зарисую, потом смогу лучше вспомнить. Круто, что ты знаешь такие вещи. Ну, да. Наверное. Ну, многие не в курсе о своих способностях. Уверена, ты способен на многое. Ну, это да, только вот... На что? Разберешься.
Вот мне кажется, сейчас такая жопа просто будет, вообще лютая. Ты слышал? М? Показалось. Нет, слушай, там что-то есть. Кабан. Ой, смотри! Такой кроха. Не трогай! Не трогай, конченая! Боже, он такой милый. Погоди. Погоди. Спасать просто. Мать твою! Опасность. Вас выслеживает неизвестное существо. Тихо. Затаите дыхание. Пусть чудовище решит, что вы лишь бездыханное тело. А зачем ему охотиться на то, что уже мертво? Посмотрите, как меняются звук и изображение, когда опасность приближается. И лишь она минует, бегом. Выберите момент и бегите бегом. Но стоит вздохнуть или побежать не вовремя, и зверь поймет, что вы добыча. Последствия представьте сами. Так, спокойно. Спокойно! Беги, сука! Беги! О, блин. Пронесло. Эта тварь меня чуть не убила. Нормально, нормально. Прости. О, милый кабанчик. Из-за тебя чуть не заруинили, кабанчик. Это был вепрь! Я думаю, это был вепрь. Они ведут ночной образ жизни и днем встречаются редко. Кабанчик! Ну, вообще-то, кабаны и вепри — просто два разных названия диких свиней. А, очень интересно. Чел чуть не умер, блин. Сейчас бы его на кукан бы этот кабан насадил. Не, ну я красиво выждал, согласись. Ну, пора назад. Так, ну эта пара выжила. Все хорошо. Все хорошо. Так, эти у нас живут. Все в порядке. Жопа-то там сочная такая прям. Так, пришла эта. Вернула, наконец, телефон, а он ни хрена не пашет. Ага. Начинается. Красиво, кстати, сделали. Кейтлин, прикинь, мистер Хэ — извращенный говнюк. У него везде камеры и есть потайная комната. Нет, это не... Стоять, повтори, что? У него глаза повсюду, и он следит за нами. Не пари чушь, он просто расставил фотоловушки, наблюдает за лесом и все. Угу. По-твоему, это не странно? Да, в подвале он просто так. Он должен охранять территорию и детей. Наверное, за животными следит. У вас совсем нет фантазии. Так, а что тут у нас? Все готово?
Странный свет. На том берегу в домике на дереве был странный свет. Это было стрёмно. Там твоя подружка, Райан. Карга Хекицкуори. Так, я же тебя просила не говорить Карга Хекицкуори. Что не так с Каргой Хекицкуори? Вы все? До меня дошло, что это, возможно, наш последний вечер вместе. Что, неужели только сейчас? Это я для настроя. В смысле? Настрой, атмосфера, ну? Кстати, о настрое. МЖМ? У меня есть дела. Ясно, плейлист сам себя не составит. То есть составит, но... Так, Райан, хочу палок. Фу, Лексика. О, так и задумал. А расчехляем чё? Эбби, Ник, вовремя. А вот и палки. Вообще без шутила. В основном тут хворост. То, что надо. Здесь уже полно дров. Маш. Мы принесли бы больше, но там был вепрь или кабан. Но Ник поступил очень храбро и принял удар на себя. Маш, кинь, пожалуйста, ссылку на канал Hard Games, чтобы ребята знали, где, если что, повтор посмотреть. Кто сейчас целиком не может глянуть. Админам скажи, что пусть кто-нибудь кинет ссылочку. Или просто в поиске вводите Hard Games. По-русски, по-английски. Все в порядке? А, все точно в порядке. Никаких жертв? Мы целы. Это же была не Карида. Хотя Ник умудрился завести подружку. О, рассказывай. Эй, ёб твою мать! Кому доставку? Заберите у них кто-нибудь ружье! Ого! Стоп, откуда взялась эта да пушка? Не ссы ты, это пугач. То есть это ружье, но чисто пугать медведя. Мы нашли его в кладовке. Ладно, ладно. Не будем его брать. Спасибо. Пушки не игрушки. И мы рады предложить вам самый изысканный из всех изысканнейших деликатесов Хекицкуори. Ни хрена себе. Как раз хрена. Хлоп-хлоп, наши хлопики хрустят. Хлоп-хлоп, дети не грустят. Хлоп. Даже не знал, что они еще где-то остались. Дай-ка, говорит, ружье сюда. Ковбой, придержи лошадей. Это моя добыча. Нельзя махать ими у меня перед носом и ждать, что я не захочу похрустеть хлопиками. Эмма, дай-ка дробовик. Пристрелишь меня из-за них? Нет, тупица. Да! Так, я их выиграю. На стрельбище. Нет уж, так не пойдет. Нет. На каком стрельбище, дурак ты неумный, Господи Иисусе, ты в кого, я не пойму, такой особенный-то? Вообще не лучшая идея. Вот что, одно удовольствие смотреть, как Ник отмазывается, но вообще-то идея херовая. Эй. А знаешь что? Да, ты права, может, мне и правда отдать хлопики Нику, пожертвовать их в помощь убогим? Ну, окей. Супер! Джейкоб, гони ружье, живо. Никакой стрельбы, пока не прекратишь вести себя как мы. Ладно, вот ты сиди. Нам нужен неподкупный рефери. Мы тут вообще-то пытаемся вечеринку запустить. Да ладно, отвлечемся. Ничего с твоей вечеринкой не будет. Ну давай. Прошу. Окей. Будет у нас соревнование по стрельбе. Тут есть полянка, на которой можно устроить тир. Но если будете страдать херней, я все отменю. О! Не боись. Тут есть, говорит, вепрь. Woman power. Момент номер 23. Я, ребят, просто пока молчу. Я все в конце скажу прохождение, поверьте. Так, я все вижу. Просто, чтоб ты знал, я мастер по стрельбе. Третий разряд. 3 года подряд. В лагере я каждый год на первом месте. Так что, Ник, хана тебе. Но если сдашься, я поделюсь с тобой одним маленьким хлопиком. Да, сейчас. Ты же не видел, как я стреляю. Ну, ты и не стрелял никогда. Наивный ты. О, я думаю, я знал так, бы, если бы ты... хорош мериться писюнами. Это все, конечно, очаровательно, но в тире будете играть по моим правилам. Вы делаете все, да как я говорю. Иди ясно? Ты нахер, отлично. Господи, пойду женщина! Пойду расставлю мишени и захвачу патроны. А вы пока не шевелитесь и не трогайте ружье. Да вы одногодки! С чего ты так себя ведешь? Ой, она такая сексуальная, когда злится. Я всегда такая дебил. Да, да, спасибо, спасибо. Иди уже. Ой, ну и...
Как прошло твое свидание с Эбби в лесу? Ну, неплохо. Да, молодца! Так, и что было? Ну, пофлиртовали. Она очень умная. Ага. Да. Ну, вы с ней того? Идиот. Не-не-не-не, я все понимаю. У всех иногда бывают неудачи. Главное, не упусти момент, пока ее не увел настоящий мужик. Кстати, смотри, я покажу, как настоящий мужик использует ствол. Вы что, все еще выделываетесь друг перед другом? Не, у него с головой плохо. Так, давай ружье. Куда? Получишь, когда я скажу. Идите сюда оба, правила такие. Мишень у вас слева. Сперва Ник, потом Джейкоб. Не касайтесь спуска, пока не будете готовы стрелять. Ясно? Так точно. Окей. И еще. Помните о разбросе и об отдаче. Это дробовик, а не снайперка. Фонарик покажет, куда целишься. Ага. Какая она сильная. Не, ну это вообще жесть. Это вот здесь вот уже прям, ну, перегнули. Базара ноль. Конкретно перегнули. Да. Очень хорошо, Ник. Очко. Не, мы слишком далеко встали. Подойдем ближе и расхерачим тут все. В смысле, я ж попал вообще-то. Алло. Давай, Ник. Не промажь. Отлично. Это стреляешь с 3 метров. Повезло. Очко. Очко тебе, Ник. Умница, Ник. Давай. Покажи себя. Так, лучше ты отвернись, Ник. Не хочу провоцировать еще одну твою неудачу. Ладно, ладно, заткнись и стреляй уже. А я думал, ты суперэлитный стрелок. Да, с винтовкой, а не с этой сраной ручной пушкой. Так ведь и пристрелить недолго. Да, все норм, он все равно бы не попал. Эй! Все, дисквалифицирован за тупость. Что? Нет. Причина долба... А что такое, Джеки, а? Хлоп-хлоп, наши хлопики хрустят. Ладно, я понял. Обидно. Ну, конечно! Бум, ты думал, это все? Что за... Эй. Хлоп-хлоп, наши хлопики хрустят. Надо будет отзыв написать по игре. А то уже даже просто смешно уже, надо смотреть. Ну да ладно, ладно. Окей, не будем пока придираться. Пока нормально. Если что, мы ее первую сольем. Я думаю, сейчас они все отлетят. Сейчас понесется, да. Так, я придумал. Игра. Отсядь от меня подальше. Блин, народ, мы, может, сегодня увидимся в последний раз. Будет что вспомнить. Что ты задумал? Грязный. Как насчет идеальной игры о тайнах и лжи? Правда или дело, но... Ха, Дилан стайл. Итак, вот правило. Тебя спрашивают, правда или дело. Ты выбираешь и делаешь. Бум! И никаких отговорок. То есть просто правда или дело? Ну да.
И заставим всех целоваться? Тех, кто выбрал дело, да. Но при взаимном согласии, конечно. Крутяк. Не выскакивай из трусов до своего хода, но... Даже не вздумай! Кто будет первым? Сучонок! Это плохая игра! Это плохая игра! Эбби? Это плохая игра! Я не хочу играть в эту блядскую игру! Думаешь, увернулась, да? Нет, 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 нет! Ладно, тогда вот. Ты спала с кем-нибудь? Спал! Я... Ты спала с кем-нибудь в лагере? Нет. Нет. Прости. Обломался. Ладно, Эбби, давай. Я в твои эти игры не играть не буду. Грязный. Эбби, так, господи, сейчас. Выбери уже. Заткнись! Ладно, ладно. Я не знаю. Блин, все, поздно. Теперь я. Так, Рая, правда или дело? Найс, сыграем. Просто красиво. Правда, поехали. Секретов нет. Ну ладно, давай сразу к делу. Давай, 25 сантиметров, готов показать. Ты и мистер Хэкет. Началось. Что вы делали в его офисе? Мы говорили о ней, о Карге. Господи боже. Он попросил не пугать детей. Все. Ты же не веришь в это все, да? А я смотрю на все под определенным углом, без ожиданий и осуждения. Верю ли я, что есть... Старуха, и она типа призрака ест людей? Нет. Ого, ну, а она что, ест людей? Но представлять это весело, да? Но не надо съесть тебя сегодня, а то испортишь людям настроение. Постараюсь. Так, 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 кого бы выбрать? Ну, мы с Джейкобом еще не играли. Не надо вам играть, Согласен. Особенно Джейкобу. Нет, 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 нет! Грязный! Кейтлин, ну правда или дело? Правда. Да, правда. Сейчас. Ничего у тебя не выйдет. Опа, поехали! Так вы с Джейкобом давно знакомы, правильно? Типа, дружите с самого детства? Увы, да. Скучный вопрос, чел. Ход просран. А вы хоть раз занимались этим, но... В старшей школе я его заставила попробовать французский поцелуй. Но дальше у нас дело не зашло. Он отстойно целуется. И вообще он мне как брат. Фу. Люблю тебя. Инцест – дело семейное. Мой ход. Степ-систер, чё? Эмма, дело... Не надо. Эмма, ты у нас поцелуешь? Не надо! Ты знаешь, что такое гонконгский сифилис? И... А нас на камеру снимай, куколд! Спасибо, Ник. Вот такая, говорит, игра. Зачет. Как тебе сосаться с моей девушкой? Это просто игра. Эй, я не твоя девушка. Пошел ты, ой, это просто игра. Какого хера, блядь? Джейкоб, хорош. Видимо, не стоит пойти за ним. Блядь! А тебе стоит пойти за ним. Что я вижу, блядь? Чувак сидел, ждал. Как насчет настолки? Что? О боже.
жопу это все. Чувак сидел, ждал, когда засосут его тёлку. Потом такой встает, подождал, пока ее засосут, потом такой... С возвращением. Я, как всегда, тупо кукол. Очень рада тебя видеть. Я-то, мать, как рад. Итак, что удалось найти? У тебя нет ни одной из моих карт. И все-таки ты здесь. Как думаешь, почему? Без карт я не могу тебе помочь. Их нужно найти. Я хочу вернуть их. Где же я тебя найду, старая? Мой друг. Поищу. Это все, что я могу сказать. Тайны пока не раскрыты. В смысле? И ночь все темнее. Мы еще встретимся, не сомневайся. Осторожно. Где бегают волки, там летают вороны. Ну и ладно. Слушайте, предлагаю в жмурки поиграть. Никто не хочет, нет? Дробовик есть. Папка не поможет. Кто постарше, тот поймет. У костра просто чисто. Тупая игра. Что за детский сад? Да мне вообще плевать. Да пускай целуются, тупость. Тупость. Надрочка идет конкретная. Класс, где это я? Слушай, ну такая, да? Она такая сочная. Мать, ты серьезно? Ты сюда зашла, ты не понимаешь, как ты сюда попала? Надо ау кричать. Ау! Пойду срежу. Я, говорит, тут короткую... Кричи, ебут, быстрее поймут. Слышь там? Угу. Беги, дура. Заорать можно? Ну, в смысле... Что-то здесь темно, слышь? Не надо, дядя! Веди нас, Сусанин, веди нас, герой. Здесь, забери меня отсюда! Позвать! Орать! Ник! Эбби! Ты где? Иди сюда! Жопин, забери меня отсюда! Быстрей! Ник! Ник, я все прощаю! Эй! Привет! Да. Ты... сбежала. Идеальное место чисто поговорить где-то в глухом лесу. Правой рукой кладешь на левую ее грудь, на сосочек, настраиваешь радио на нужную волну. Как только радио отвечает взаимностью, все, сидишь, целуешь ее. Эй, бля, поколение, всему учить, а? Да я что-то играю, начала меня немного напрягать. Я понимаю. Что за поколение, а? А там хищник реальный под этом, под скрытостью сидит. Так, то, что там произошло.
О, господи. Эмма так хотела, чтобы Джейкоб ревновал. Правда? А, ну да. Иначе нахрена ей меня целовать? Понятно. Я так подыграл. Подыграл. То есть это игра, так? Да-да-да, это игра. Так. Давай, поехали. Опа. Пошел процесс. Хоть перед смертью, хоть засосемся нормально. Язык доставай, дурак. Так, все, кому нет 18 лет, глаза свои закрываем. Ты слышал? Угу. Посмотрим? Угу. Что, совсем дебило? Ты серьезно посмотреть хочешь? Серьезно? Нет, сейчас серьезно. Эй, говорит, выходи раз на раз, давай, сейчас, говорит, бороться будем. Да-да-да, я бы такие звуки в лесу бы в глухом услышал, я бы тоже на самом деле вот так вот пошел. Чисто раз на раз выскочил бы. Кабан, да. Нет, он рычит. Вот дебилы, а. Это медведь. И быстрый. Нахер вы тогда к нему идете, идиоты два? Куда вы идете? Беги! Бахер бросил. Легкая. Бежать! Бежать! Что делать? Жму В! В! Что делаю? Жму! Жму! Беги, дура! Беги, пожалуйста, куда-нибудь! Залезь на дерево! Да! Господи, Иисусе на небесе! Лезем, 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 пацаны, сейчас засейвим! Ножкой, оп! Лезем, 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 выше лезь! Я на березу в детстве лазили! Дядь, залезай! Жопастая лезь! Нормально, нормально! Помогите! Все, да? Сережа! Это что за переход такой был? Как в этих, в наших фильмах? Нормально, нормально, девка жива пока! Да ты можешь бежать в лагерь! Тупая ты! Что это? Что это ты конченая? О боже! О боже, дядя, не надо! Ждем! Жестко отпускаем, пошла! Пошла, беги, тварь! Хорош. Блядь, чуть инсульт не хватил. Нет, ну ты видел, а? Чисто. Короче, он, скорее всего, не видит, он на звуке.
Нормально, нормально. Весело. Блядь, засейвил тянку, нормально, нормально. Лайк просто, 100% и подписка. Блядь, заорал, чуть создать не потерял. Вычеркиваем. Ребят, ну я сейвил по максимуму. Чекай сейчас минус ноги, минус руки, минус все. А, плачет, сидит? Серьезно? Бросок не очень. Что это ты нашла меня, значит? Ну да. Чел, ты серьезно? Сбегать сюда было веселее, когда нас могли тут застукать. Да, наверное. Ясно, тряпка. Джейкоб, мы же договорились. Я... Ты... Это всего лишь летний роман. В смысле, она им просто отстрочила или что? Нет, я в курсе. Просто... Не знал, что ты так любишь играть на публику. Джейк. Да я, блин, поверить не могу, что ты сосалась с ним. Прямо у всех на глазах. Охереть. Тебе что, 12? Не мне, а Нику. Как бы. Он мой друг, но не думаю, что он хоть раз видел голую женщину. Не хочу тебя расстраивать, но судя по тому, как он орудовал языком, опыт у него явно есть. 12? Нравится меня мучить, да? Да расслабься ты уже, наконец. Я думал, сегодня все будет по-другому. Что? Знаешь что, забудь. Неважно. Эй, это мой! Хрен там. Я его нашел. Все равно отдашь завтра. Мужик! Мужик, бля! Чисто браслет у тянки подрезал. Как хочешь, сиди и дуйся. Конченый. Сходи с ума, представляя язык Ника у меня во рту. А, да блин. Или лучше принеси нам полотенце. Опа. Зачем тебе полотенце? Ну, был же договор. Летний роман. И, похоже, лето не совсем еще. От поеститутка. Ай-яй-яй-яй-яй. Сопли вытри, okay. Дурак. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Потом целый букет домой привезет. Ногам, наверное, что-то привязано. Чувак, возьми тряпку побыстрей. Боже, давай я за тебя сейчас все сделаю. Звезда. О, о, карту нашел. Хорош. Осуждаю. Это звезда, звезды в ночном небе. Путеводные лучи дарят надежду, цель. Или напоминают о нашей ничтожности, вселяя отчаяние. Доверь сияющей звезде, она несет... Ясность. Звезда несет ясность. Луч, может быть, свет какой-то будет. Звезда несет ясность. Хорошо. Звезда несет ясность. Тихо там. Родной, ты ногами можешь это поскорее шевелить? Пожалуйста. Да, блин. Полотенец нет! Вообще? Ровно ни одного!
охренеть. Эй, спускайся сюда, Джейкоб. Пойдем, родной, она тебе и так отштудирует. Хм. Что за цифры? Показалось? Взял футболкой, вытерся и все. Ишь ты какой этот. Какие неженки все стали, ты посмотрите на них. Я один это видел? Мне же не показалось. Блин, тут мышкой очень криво поворачивается. Алло, алло, алло! Кто это там? Ладно, буду считать, что все нормально. В смысле вы все считаете, что все это нормально? Да ты чел, там свет вообще-то горит. Так-то. Как это все нормально? Девочка онлайн, ребят, спасибо всем за подписки, за лайки. Добро пожаловать. Хорошего всем настроения. Мы тут в страшилочку небольшую играем. Слушайте, может быть, вот здесь что-то взять, ребят, можно. Давайте быстро пройдем. Ёлки, мы успеем. Может быть, что-то... Какую-нибудь... Хекет и Тхекет. Ну, Хекет — это, видимо, мистер Хек, Крис Хекет. А что за Тхекет? Выцвевшие фотографии из 70-х годов. Судя по имени, напечатано внизу, двое из мальчиков Хекеты. Брат. Угу. Тут все идет к тому, что это его брательник. Ля какая цаца. Купание запрещено. Самодельный знак запрещения купания, ну это понятно. Это мы посмотрим. Сейчас ты посмотришь. Окей, ну тогда придется сохнуть. Или встряхнемся по собачьи. О, а ты умеешь разговаривать с девушками? Ну. Не смей делать вид, что ничего не было. О, да что ты говоришь? Смотри, на помощь! Спасите! Я тону, и мне нужен большой, сильный и такой 100% мужественный спаситель. Ну нахер. Бомбочка, ёпта! Окей. Что тут? Дама в беде. Не бойся, милокрошка, ураган Джейк уже близко. Бомбочка! На неё, ёпта! Холодно. Холодно. Минус два. Ураган Джейк? Ураган, да. Оу. О, окей, ты напросилась. Вот. Эй, хватит.
Не дуйся, как бука. В атаку! Камон, там что плывет через два берега? Сейчас они доиграются. Козел. Значит так, смотри, как тебе? Окей. Сфоткай меня. Чисто я на пляже, чекай. Топ-10 парней, которые не дадут заскучать в летнем лагере. Такой заголовок. Будет еще 9. Что? А, это он ту услышал. Ту-ту-ту услышал. Бегунок. Да вы, блядь, издеваетесь. Я пожилой бегунок. Нырнуть, ёпта. Хер с ним, Себби, надо доставать этот. А чё я бебе, и так тут там всё хорошо у неё. Джейкоб! О, урод. Она что, реально не увидела, как он прыгнул в воду? Там я не пойму, озеро Байкал, что ли? Раздувшийся труп, раздутый, разлагающийся труп, прикованный к камню на дне озера. Вытащить! Засейвил! Ребят, засейвил! Плюс сейф, минус минчик. 100%. Черт. То есть его труп сейчас на дне не смутил? Ну, то есть это как бы нормально? Или как это? Ребят, засейвил, нормально. Четенько, нормально все. Плюс сейф. Пока все нормально, все живы. Ну, кроме типа одного. Ну, там я ничего не мог сделать. Там даже не было ничего, чтобы как-то это, задеваться. Да уж, Кейтлин, должен сказать, ты умеешь навести шороху. Ну, а может, Эбби нужно было подтолкнуть? Ты злой гений. Кто из них сделает первый шаг? Ник или Эбби? О, я думаю, никто из них. Не знаю, в Нике таится зверь. Если под зверем ты подразумеваешь хорошенького олененка... Ты не смотри на, типа, всю эту показную милоту. У него там под рубашкой стальные мускулы. О, ты тоже это заметил? Ну, а мы чем займемся? Такие баночки, мама, играем. Не горюй. Что? Нас же трое. Так, Дилан, правда? Вроде Эбби. О, боже. Надо помочь. Откуда был крик? Сюда. Ну.
Эбби! На помощь! Прошу! Нико! Помогите! Эй, что такое? Эбби, что там? Райан! Нам надо... Подожди, ей нужна помощь! Ты за Ником! Ну! Поехали. Ладно, я пошел. На мужика, потом не будем спорить. О! У него низкая кучность, будь осторожен. Да ты меня и поучи еще! Кучность у нее низкая. Так, ладно. Сейчас папа даст там нормально. Просраться. Сейчас папа... Устроит тот. Ну давай! Я сейчас разденусь, блядь! Не, ладно, не буду. Я сейчас могу снять тут, встать сейчас могу. Сейчас я сейвить побежал, ребят. Поехали. 20 лет в Counter-Strike. Фиксируйте. На мувик. Срезать. Жестко. Вопросы. А еще по деревьям лазить начну. Риск мое второе имя. Скриньте на мувик. Срезать. Фиксируешь? Фиксация была? Ребята, успел. Не надо орать. Не надо. Смотри! Отвали от него! Стой, стой! Стреляю! Сейчас дам пососать! На, ёпта! Нихера себе! Нет. Нет. Чего? Идти можешь? Да, надо идти. Давай. Идем. Давай. Идем к костру. Т-3000? Кретин! Черт. Так, нормально. Засейвил, ребят, засейвил, все хорошо. Жестко пока идем. Не забывайте, ребят, палец вверх для поддержания трансляции. Это не сложно, а мне приятно. Спасибо. Боже. Про спойлер, ребят, не забывайте, тебя что я говорил. Полуголая девушка, ты чего? Так. Это что за Аполлон бегает? Ладно. Чел, ты... Не надо. Не надо орать. Спокойно. Тишина. Полная тишина. Ау. Дебил, блядь. Это если что не я сделал.
Пытаемся. Быстрей. Ну давай пристань, качай! Черт. Хорош. Да пиздец! Слушайте, а вам не кажется, что чувак себя очень пассивно и странно ведет? Когда девка убегала, когда мы сейвили девку, были выстрелы по этому зверю. И выстрелы как раз с ружья. В принципе, он сейчас подошел к Нику, он его тащил. Но он его не трогал, он его не убивал. И сейчас он нас не трогает. Вам не кажется это странным? Угрозой точно здесь не помочь. Чувак, пожалуйста, пусти меня. Слышь, не трогай меня. Охренеть, ты чего творишь? Гага. Прочитано! Прочитано, ребята! Сукин сын! Не тронул. Ты чего делаешь? Тихо. Не надо. Не надо, стоп. Стоп! Лучше закрой глаза. А, ты чё творишь? Ой, нет, нет. На вкус дерьмо, но это на пользу. Тихо! Куда собралась, милашка? Что за черт? И он что нас вообще черт? Не тронул. Какое-то мгновение, и ты снова в моем шатре. Ну? У меня в голове это не укладывается. Показывай. Получается, зря стреляли в чувака. У нас тут звезда. Звезды в ночном небе. Путеводные лучи дают нам цель или напоминают нам о ничтожности. Вселяя отчаяние. Доверься сияющей звезде. Она несет ясность и проливает свет. Помни, всегда остается то, что скрыто. Показать тебе? Да. Смотрим, чат? Смотрим? Блин. Звезда проливает свет, и в темноте, короче, появляется то, что скрыто. Короче, где-то какой-то, видать, секрет или еще что-то. Так, что у нас по времени? 27 минут. Пипец, время идет в этой игрухе. 3 часа я вообще не заметил, как прошли.